Зима. Казалось бы, давно закончился грибной сезон. Но это не совсем так. Шампиньоны растут круглый год. Правда, не под открытым небом, а в теплицах. Работники подмосковного совхоза «Заречье» утверждают, что из шампиньонов можно приготовить сотни разнообразных блюд. Но вырастить эти грибы не так просто. Для этого требуется особая, специального состава питательная почва. Грибница закладывается в грядки, и лишь через полтора месяца тщательного ухода вырастет очередной урожай.